Вот пришла нам наконец-то долгожданная посылочка для нашего котика и не только. Из шиншилки. Как всегда, очень хорошо все упаковано. Надежно. Сколько тут красоты. А какие у нас тут столько. Котиком. Перемещаемся к нашему котику. Мою видно, я надеюсь. Да? Красавец, смотри, как ты ждал. Да? Ты ждал посылочку, наверное, больше, чем мы. Не красавец. И что? Что мы имеем? Мы имеем прекрасно оформленную упаковку. Просто радует глаз. Компактная, аккуратная, плотная. Вряд ли порвется даже при пересылке не в коробке. Дополнительно сделана ручка. Идете из магазина, и вам не надо дополнительных пакетов. Да? Красота. Будем пробовать сейчас. Крышка. Давай сначала попробуем, а потом расскажем все остальное. Упаковка оснащена дополнительным замком. То есть, если вы его распакуете, вам удобно, можно его обратно запаковать, чтобы он не окислялся и не выветривался. Да? Мусик. Как пахнет мусик. Я бы ела. Боже, не меленькие, какие классные. А ну, пробуй. Боже, какие смачные. Смачные, боже мой, какие смачные. Ты мой котик. Ну, ладно, мы тебе сервируем потом в тарелочку. А сейчас мы посмотрим. Шикарно упаковывается, можно даже выполнить. Закрыли. На упаковке у нас указано, на какой вес рассчитано, сколько грамм, суточная норма, также дата 10-19 выпущено до 4-21 года. Все свеженькое, аккуратненькое. Значит, корм у нас был с уткой. Решили попробовать этот, так как Йозеро он почему-то перестал есть. Ну вот, вкусненькое, значит, будем пробовать. Очень хорошо покушали, правда? Сейчас покусаем еще больше. Вкусненько. Да? Ню? Да? Ой-ой-ой, Кази, как классно. Ну, Йозеро мы так не молотили, конечно. Кази, какие вкусненькие, слюни потекли. Мусик, это тебе вкуснотищу шиншилка прислала. Будем заказывать еще, так как кот показал нам, что ему это очень понравилось. Да? Да. Кусей. Ням-ням. Ну и пока, наверное, все.